Три года назад журнал «Афиша» составил список вещей, которых не хватает в Москве. Велосипедные дорожки, море, Диснейленд, трасса «Формулы-1», дешевые китайские рестораны, кинотеатр «Айнакс», апрель 2003-го, фестиваль «Стендап-комеди», ноябрь 2004-го, биеннале современного искусства, январь 2005-го. 2005 год. Журнал «Афиша». Как скажем, так и будет. Какое кино ищем страшное? Давай. И про любовь. Окей, ну про монстров. Рамблер моментально превращает желаемое в реальность. Рамблер. Быстро и просто. А может комедию? Журнал Rolling Stone. Все о музыке и современной культуре. Свежий номер уже в продаже.